Заливка бетона в процессе строительства только на первый взгляд кажется простой задачей. Нарушения технологии могут быть очень рискованны для всего строящегося здания. Особенно если речь идет о заливке фундамента. При укладке бетона обязательным условием является вибрирование поверхности. Вибрирование толщины бетона производится глубинным вибратором. Данный вибратор механический. За счет погружения вала в толщину бетона мы выгоняем пузырики воздуха из бетона. Выравнивание поверхности бетона производится бензиновой виброрейкой. Бензиновая виброрейка – это длинное правило бензиновым двигателем. На данное правило переносится вибрация от двигателя, и получается идеально ровная поверхность. Выравнивание основания у нас происходит по лазерному ротационному нивелиру. Данный прибор нам дает ровную горизонтальную поверхность, то есть он по плоскости дает лазерный луч. Данный лазерный луч мы можем увидеть на приемнике. На приемнике уже есть стрелочка выше, ниже. И за счет этого приемника мы можем уже контролировать горизонт поверхности за счет вот этой вот площадки. И на выходе у нас получается добиться ровности поверхности по всему горизонту до 2 сантиметров. Желательно проверить качество бетона. Обязательным условием для контроля качества бетона на стройплощадке является изготовление пробных кубиков бетона. Изготавливаются кубики размером 10 на 10, две штуки. После сечения 28 суток, когда бетон наберет свою марочную прочность, эти кубики отдают в испытательную лабораторию. Тем самым мы можем удостовериться в правильной марочной прочности бетона. После укладки бетона необходимо правильно за ним ухаживать. В зимнее время бетон должен твердеть при плюсовой температуре. Поэтому его необходимо утеплить и производить прогрев бетона. В летнее время при температуре окружающей среды выше 30 градусов необходимо укрывать свежеуложенный бетон полиэтиленовой пленкой. Данное мероприятие позволит нам затормозить процесс твердения бетона, а соответственно выход влаги из бетона. При быстром выходе влаги из бетона появляются микротрещины, так называемые усадочные трещины. И, конечно же, один из главных советов для тех, кто собирается строиться – заказывать бетон только у тех компаний, которым доверяете. Узнать после, что вам залили не тот бетон, не очень приятно. Твердой почвы вам под ногами. Делитесь и вы своим опытом на форум House TV.